Итак, первый раунд на первом пристанище между командами «Штурмовик» и «ДСК». Команда. Продолжаю обращать ваше внимание, что за спиной у команды ДЗХ очень много помощников находится. Там есть два запасных. Все, больше не нужно никого там оставлять. Тем более громко говорящих людей. Друзья, посмотрите, насколько напряжены наши бойцы. Насколько они решительны и готовы к схватке. Давайте поддержим их аплодисментами и, конечно же, словами поддержки. Давайте, парни, давайте! Борис Александрович, готовится второй раунд между командами «Град Креста» и «Новый пост».